Здравия желаю. Прикроем. Нет, весело. Вот этот моторчик работает вечно. Вот он берет 0,8 ватта. И еще не сматывает. Но рептилоид предъявляет, что это якобы он на холостом ходу. Хорошо. Давайте его вот. Слышите? Вот нагрузка. Давлю его. Давлю его. И так же счетчик не сматывает. Но поднялось потребление 2,4, 2,3, 2,6, 2,9, и счетчик так же не сматывает. Это к чему разговор? Что это мотор, вот это мотор хороший, магнитный, но инерционный. Вот такие моторы и надо применять. У меня там есть, но они с это, без магниток. И тратится, вот вчера показывал, тратится еще там, как вчера смотрели, по 16 ватт на возбуждение катушки, чтобы давать. Нагрузку на, ну, чтобы лампочки светились. А здесь вот надо вот такой мотор БДК делать, большой. И он будет давать. Может быть, и счетчик будет скручивать, но его надо будет опять разделять тогда. Потому что там мощность будет. Разделять на время. На 10 секунды. То есть он по инерции будет выдавать 4-5 раз, то есть 6. Потому что, видите, как нагрузка, вот я говорю, под нагрузку протянет. Ни хрена он не садится. Когда моторчик инерционный, когда у него оборотов, здесь оборотов, наверное, 1000-10, ему пофигу. Тут дело-то в чем? Больше скорость, больше оборотов, больше инерции, больше силы. Свободной. Инерция — это свободная сила. Вот это не хотят признать. Хотя это еще в древности знали. Возьмите вот гончарное колесо. Крутят эти вот горшки в древнем, да? Там какое КПД? Там 1000 КПД. Или возьмите машинка швейная, когда нажимаешь ногой, а там этот сам маховик. И она крутится как это. То есть в древности-то знали. Вот. А сейчас заморочили голову, что говорят, что якобы больше, чем вложил, не будет. Как не будет? Тогда зачем моторы? Вот вы сами поймите. Да, рукой крутить зачем моторы? Если все равно больше не будет. Смысл? То есть врут. Все зависит от инерции, от скорости. Вот давим, он не останавливается. То есть, я к чему это говорю? Что надо вот для БТГ хорошего, надо именно моторчик вот такой вот. Это от принтера. Такого типа, высокоскоростной. 17-18, тем больше 20 тысяч, 50 тысяч оборотов. И настроить на реле, и будет все нормально. И будет БГТ. Кто не верит, то не надо. Не верьте. Это для тех, кто понимает.